8 утра до 20 часов вечера – обычный график работы МФЦ. Большой перерыв на период пандемии спровоцировал перегрузку. Сейчас сотрудники многофункционального центра работают до последнего заявителя. Двери учреждения закрываются гораздо позже положенных 20 часов. Решить проблему руководство МФЦ решило, добавив еще один рабочий день. Теперь у нас МФЦ работает до 21 часа. В том числе для также удобства жителей мы ввели воскресный рабочий день. Но в воскресенье у нас будут работать 8 окошек на юбилейном и по 2 окна в наших филиалах. Поэтому, если вдруг у кого-то складываются так обстоятельства, и он не может нас посетить с понедельника по субботу включительно, пожалуйста, приходите к нам в воскресенье. Прежде чем прийти в учреждение, специалисты советуют открыть сайт mosrec.ru и заглянуть в карту многофункциональных центров Московской области. Там проверить загрузку и выбрать для посещения наиболее свободный из офисов. Алена Беляева, Нина Бережная, Алексей Сыченко. Новости Химки ТВ.